Гора Чандер, Арати Кешоба.
Jaya Shri
Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna.
Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Намасте Нарасимхая. Hare Krishna,
Кришна, Кришна, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Бхагавад-гита. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Если что-то увижу. Я открыл девятую главу Бхагавад-гиты, самое сокровенное знание. Знай же, что все сотворенные существа покоятся во мне, подобно тому, как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе. Такое сравнение. Могучий ветер. Сильная стихия воздуха. Но небо как будто неподвижно. Но ветер остается в пределах неба. Обыкновенный человек практически не способен понять, как необъятное материальное творение пребывает в Верховном Господе. Однако Господь приводит здесь пример, который помогает понять это. Небо, вероятно, самое большое из всего, что нам известно. А ветер или воздух в небе – самая огромная стихия в материальном мире. Движение воздуха определяет… Определяет движение всего сущего. Определяет движение всего сущего. Согласно ведам, нужно понять, что воздушные потоки, они находятся полностью во Вселенной. Различные виды воздушных потоков. Не только на планете Земля, то есть воздух как элемент присутствует везде. И даже в теле есть эти воздушные потоки, их называют праны. И при помощи этих пран или воздушных потоков совершается любое действие. Движется воздух, как Прабхупада объясняет. Земля не движется. Когда мы говорили, что ну, есть движение, же все движется, и Земля тоже, там атомы, молекулы. Он говорит, нет, Земля неподвижна. Воздух движется. Точно так же это изумительное мироздание создано волей Бога, и все в нем подчинено воле Всевышнего. Как мы часто говорим, даже травинка не шелохнется без дозволения Верховной Личности Бога. Таким образом, все происходит по воле Господа. По Его воле все создается, и по Его воле существует, и по Его воле уничтожается. Однако сам Он отстранен от всего, так же, как небо не имеет отношения к тому, что делает ветер. То есть тут есть три фактора. Это
созидание, поддержание, разрушение. Но верховная личность Бога не создается и не уничтожается. И Он при этом поддерживает все сущее, и включая сотворение и уничтожение. Это тоже энергия. В Упанишадах сказано «Бишавата павате». Из страха перед Верховным Господом дует ветер. Тетири Упанишад 2.8.1. Амбрихатараньяк Упанишад 3.8.9. Мы находим следующее цитату на санскрите. «Луна, Солнце и другие планеты движутся, исполняя высшую волю Верховной Личности Бога». Брама Самхити 5.52. Также сказано «Яд Чакшур Эша». Савита сакала граханам раджа самаста сурамуртир ашеша теджа ясяджая прамати самврита кала чакра гавинда мадипурушам тамахам ваджами. Этот стих описывает движение солнца. Солнце называют оком Всевышнего. Оно распространяет по Вселенной огромное количество тепла и света. Тем не менее, Солнце движется по заданной орбите, повинуясь приказу и высшей воле Господа. Таким образом, в Ведах мы находим свидетельство того, что все материальное мироздание, удивительное и величественное, находится в полной власти Верховной Личности Бога. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах 9 главы. О сын Кунти, в конце каждой калпы все материальное мироздание входит в мою природу. И в начале следующей калпы я своей энергией вновь создаю его. Угу. Буду дальше читать тексты. Весь космос находится в моей власти, послушный моей воле. Он сам собой возникает снова и снова, и в конце каждой калпы по моей воле разрушается. Вот эту волю, она как бы не проявлена, ее нельзя выделить как какой-то материальный элемент, высшая воля. Мы не находим в материи такого элемента, такого фактора, что по чьей-то воле дует ветер. Мы не видим волю, не слышим, не видим, не осознаем этой воли. Все происходит как будто само по себе. Как будто это механизм, заведенный механизм, устроенный. Но мы не понимаем это устройство. Кажется, что это случайное какое-то совпадение. Это даже не механизм. Никто не видит, что это отлаженный механизм. Но некоторые факторы указывают, что это отлаженная система. Точно, если внимательно присмотреться к взаимодействию материальных элементов, к сезонам года, к различным видам жизни, циклам времени, то видим очень четкий порядок при этом. То есть это хорошо отлаженный все-таки механизм. Вот Тхананджая, все это никак не связывает меня, находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастен к ней. Непричастен к ней. В стороне от этой материальной деятельности. Интересно, если Кришна призывает живое существо вернуться в духовный мир и к деятельности ради его удовлетворения, то живое существо действует по своей воле. Это не причастен, к этому не причастен Верховный Господь. Интересный момент. Все им контролируется, но Он дает нам право делать, что мы хотим при этом. Как же Он остается Верховным управляющим при этом?
Если кто-то не слушает меня, а я говорю, уходи с работы, я тебя увольняю. Он больше не является моим подчиненным и работником. Но если кто-то говорит Кришне, я ухожу, буду жить независимо, он отпускает, при этом я остаюсь его подчиненным все равно. Это интересный момент. Будучи одной из моих энергий, у сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. То есть Кришна об этом говорит без всякого сожаления. Никаких эмоций. Арджуна тоже не выражает на этот счет никаких эмоций. Не расстраивается и не радуется. Мы тоже так же с вами уравновешенно слушаем это, не расстраиваемся. Будет все разрушено. Все творение. Никто не переживает особенно. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Они не понимают слово «Верховный Повелитель». Они, может быть, понимают слово, что повелитель есть. Примеров много, тут повелители же. Каждый повелевает. Но что такое Верховный Повелитель? Повелитель, они думают, это должен быть какой-то очень, ну, большой человек, который большая там, ну, служба, что ли, много подчинен, кто-то выполняет его волю, и он использует эти вот министерства, силовые структуры, армию, что там еще, должен вот эти команды так все контролировать. А Кришна пришел один. Армию отдал Дурьотхане, сам оружие не взял в руки. Армия пандавов была в несколько раз меньше, выяснилось. У Кришны не было материальной поддержки, когда он пришел решать проблемы земные. Пришел как обычный человек, в форме обычного человека, и даже оружие в руки не брал. Согласился на унизительную роль стать возничим у воина. Ну, как бы это сравнение дается Махабхарате. Пример, который дает нам почувствовать, что это означает стать возничим. Карну попросил Дурьотхана победить Арджуну. Он говорит, я смогу, то есть я достаточно силен, как воин, я обладаю искусством. Воинским не хуже Арджуны. Я думаю, что я превосхожу его, я смогу его победить. Но у меня нет такой колесницы, как у него, и такого возничего. И Дурьотхана задумался. Точно. У него Кришна возничий и колесница особая, неразрушимая. Это большое преимущество, конечно. И они выбрали царя Шалвов, это царь был, царского происхождения человек, царь, чтобы он стал колесничим Карны. Не простой какой-то вот обычный человек, колесничий шудра, помощник, а царского рода, наделенный образованием, интеллектом и силой кшатрия. И Шалва сказал, это унижение. Я такой же царь, более того, я царского происхождения, а Карна неизвестно какого происхождения. Я не могу опуститься до такой роли, чтобы быть его колесничим. Колесничий выполняет приказы воина на колеснице. А кто он такой, чтобы я выполнял его приказы вообще? Но Дурьотхана это силой определил. И колесницу заказывали, ее делали. Из металла огромную колесницу сделали. Собственно, эта колесница потом сыграла эту роковую роль
Но увязло колесо в земле. Это была очень тяжелая, грузная колесница. Чтобы, и на каждое колесо защищали еще несколько кшатриев, чтобы невозможно было разрушить. Вот такую соорудили повозку. И Шалва, который взял в руки вожжи, скрипя сердце с унижением, все-таки подчинился. Он вез Карну на поле битвы, и они всю дорогу ругались и ссорились, находя друг в друге недостатки. Потому что Шалва, эта вот народность Шалвов, она была не очень, не арийского происхождения. И Карна указывал на эти их привычки дурные. И вот это все в царские уши. Ну, а Шалва тоже не уступал. То есть они едва не убили друг друга в этих оскорблениях. Но помня, что свой долг, что нужно сражаться, они вышли так на поле боя в таком вот настроении. И совсем другая ситуация, когда Кришна взял вожжи в руки. Там было столько бхакти, настолько удивительно было. И при помощи вот этих отношений Кришна разрушил все демонические планы земные, даже не взяв в руки оружие. Заблудшие, сбитые с толку. Они придерживаются демонических, безбожных взглядов. И потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. И все их попытки преуспеть и обрести знания постигает крах. То есть они знания не могут, и освобождение тоже не могут получить. Такие заблудшие, сбитые с толку. Освобождение означает, что человек может иметь любую форму, как говорит Бхактивинода Такур в своей песне. Я готов родиться мухой, насекомым в доме преданного. От этого бхакти не уменьшится, если это освобожденная душа. Это очень удивительно. О, сын Прити, так же, как те же, кто свободны от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы, они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я – верховная личность Бога, изначальная и неисчерпаемая. То есть они признают личность Бога. Демоны не признают личность Бога. Они кричат, что вы придумываете, сказки, как может один человек сотворить, один Бог сотворить Вселенную. Они не понимают слова «всемогущий». Раз у него человеческая форма жизни, значит, он не может. Похож на человека. Это демон. «Неустанно прославляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью». Мам бхакти, а с преданностью. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто един и неделим, кто распространяет себя во множество образов и проникает и пронизывает вселенскую форму. Такое еще есть знание. Пронизывает вселенскую форму. Неделим. Но ведический обряд, жертвоприношение, подношение предкам, целебная трава и трансцендентный гимн – все это я. Я масло, огонь, и то, что приносится в жертву. Здесь о яге говорится, сокровенное знание. Все, что связано с ягой, все трансцендентно становится. Я отец и мать этой вселенной.
их опоры прародитель, и цель познания, очистительная сила и слог Ом, а также Ригведа, Самаведа и Яджурведа. Вот предыдущий стих говорил о жертве, и здесь как раз говорится, что все эти веды, они, это часть этого знания, как раз Яджурведа, знание о жертвоприношениях, то есть о Кришне. Я цель, хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидаю, разрушаю, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя. У Арджуна это я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди. Я бессмертие, я олицетворенная смерть. И материя, и дух покоятся во мне. То есть все есть Кришна на самом деле. Очень сокровенное знание. Те, кто изучает веды и пьет сок сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне, смыв с себя последствия прошлых грехов. Они рождаются на благочестивой райской планете Индры и наслаждаются радостями, доступными только небожителям. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так те, кто следует законам трех вед, ради удовлетворения собственных чувств получают награду только череду рождений и смертей. Но тем, кто всегда поклоняется мне с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на мне, на моем духовном образе, я даю то, что им не достает, и сохраняю то, что у них есть. Те, кто с верой поклоняется другим богам, в действительности поклоняются мне одному, о сын Кунти, однако делают это неправильно. Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу, обречены на падение. То есть другого пути не существует. Единственный путь существует — это служение Господу, больше нет. Те, кто поклоняются полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам-привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Какие удивительные вещи тут Кришна говорит. Материст даже немного воды не предложит Господу. Ничего не сделает. Принципиально. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал, какую бы тапасю ни совершил, делай это, о сын Кунти, как подношение мне. Так ты освободишься от бренных кармических, от бремени кармической деятельности, ее хороших и плохих последствий, сосредоточившись на мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце. И я ему тоже друг. Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути.
Такого знания больше нигде нет, что описывается. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О, сын Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. О, сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, ваши, торговцы, шудры, рабочие могут достичь наивысшей цели. Что же тогда говорить о благочестивых браманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому раз уж ты оказался в этом бренном, полном страдании мире, целиком посвяти себя любовному служению мне. Всегда думай обо мне. Стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне. Мы прочитали с вами 9 главу Бхагавад-гиты. Мы начинаем где-то с 6 стиха. Есть дополнение, вопросы? Космос, космос. Космос. Воздух остается в космосе. Space. Space также пространство? Space, пространство, космос. Пространство. Ну, не небо. Ну да. Да, образный перевод такой поэтический. Небо. Ну, space это пространство, космос. Еще там выражение вот это в одном из стихов «One without a second». Его тоже почему-то переводят «один без второго». И потом «один без второго, ставший многими проявляющимся». Как? «One without a second». «Один без второго». «Один без второго». А там как? А там по-другому как-то. Ну, то есть там не переведено это выражение таким образом. А вообще? Ну, как-то оно смазано. Казнить переводчиков нельзя помиловать. Ставьте запятую, да. Гуру Махарадж, а вот вопрос по поводу полубогов. А когда Господь Кришна воюет и приходит их человек, они же слуги, им же интересно, они как себя вообще ведут по отношению? Они желают вмешаться или желают только наблюдать, помогают или не помогают ему? Кто? Полубоги. Когда вот человеческие игры совершает Господь, если они находятся не в человеческих телах, они как принимают участие в его деяниях? Они же уже участвуют в форме пандавов. Через пандавов они уже действуют. Тармарадж, главный Индрадев, Ваю, все такие главные полубоги там. Это их частичное проявление. То есть они уже к этому причастны. Изначально, по плану. То есть пандавы наделены полномочиями от Кришны и от полубогов тоже. Полубоги тоже они приветствуют. Ну и там еще Бог Солнца был, который благоволил Карни. Тоже непростое было сотрудничество, видите. Полубогов. Полубоги поклоняются Кришне Арджуне. Эти демоны, Ниватакавачи, они беспокоили Индру и все небесное царство. У него было благословение, что их полубоги не могут победить. А Арджуна, когда был у Индры на планете, то Индра попросил его одного — уничтожить этих демонов. И Арджуна уничтожил один из демонов. Насколько помню, Гандива оттуда пришел, может быть, раньше. Лук Гандива. Ну, это был сын Индры. Арджуна Индра попросил его. Тот уничтожил. Они поклонялись Арджуне и Кришне. Они знали их предыдущие воплощения, полубоги, видели.
И много что известно, конечно. Но это нужно иметь разум полубогов, чтобы видеть этих личностей в разных воплощениях и действовать по-разному с ними, общаться по-разному. Одновременно они понимали, что Танара Нараян, и одновременно они видели, что это Арджуна и Кришна. Вот как? Это нужно уметь строить отношения, да? В таком сознании. Полубоги. Гуру Махарадж, еще вот вопрос по поводу сверхдуши. В 11-й песне Бхагаватам очень красивое описание, когда Господь Кришна говорит о том, как выглядит его образ сверхдуши, и он говорит, что в этом образе я юн и весел. И вот что веселит сверхдушу? Ну, его природа, собственно. Ничего его усилить. Самодостаточно. Может быть, он какие-то смешные книги читает, не знаю. Переводы. Тамангла что-то здесь пишет, он читает по вечерам и смеется. Это его природа изначально. Поэтому мы тоже любим смеяться. Медом не покорми, как посмеяться. Ну, ты серьезный человек, спрашивай. Я? Да. Ну, в общем, в 10-й песне Брама, когда украл пастушков, и потом он увидел, потому что он убедился, что Кришна — это Верховный Господь в образе мальчика-пастушка, и он стал в один момент очень смиренным, и он понял, что он не хочет здесь больше присутствовать, и он просто должен вернуться и выполнять свое служение, как, в общем, должен выполнять свой долг, потому что он не, совершенно не соответствует тому духовному уровню, который проявляют спутники Кришны. И вот мой вопрос такой, вот вообще можем ли мы чего-то в духовной жизни желать? И если мы, ну, вообще никто, звать нас никак, и мы совершенно... Вроде мы хотим в духовной жизни продвигаться и служить хотим, но при этом как мы можем что-то у Кришны просить такое для себя, ведь мы, ну, совершенно не соответствуем уровню нормальных преданных, ну, по крайней мере, про себя говорю. Или мы просто должны смиренно выполнять свое служение, как просто... Или что-то мы можем хотеть от Кришны. Думала и придумала проблемы все-таки. В чем ты сомневаешься? Что ты не Брама? Мне просто сложно почувствовать в духовной жизни именно свои желания. Вот есть служение, оно счастье приносит. Но вот мы можем чего-то хотеть? Конечно, можем. К Кришне обращаться. А куда ты денешь свои желания? Как ты от них откажешься, скажи? Это же разве возможно? Живое существо — это и есть желание. Нельзя это отделить от живого существа. Ты меня спрашиваешь, можем ли мы желать? Можем, не можем, мы все равно желаем. Кто нас спрашивает? И, похоже, даже тебя никто не спрашивает. Но ты решил отказаться от тех желаний, похоже. Это возможно? Нет. Желаний много. Но мы изучаем сердце, душу. Есть только одно желание – служить Кришне. И самое сильное желание – это самое чистое желание. Вот мы что изучаем. Мы изучаем это желание. Как?
Если мы получаем что-то более вкусное из пищи, мы забываем про менее вкусное. Вот так мы это изучаем. Мы идем в сторону духовного вкуса. Наше желание становится сильнее и сильнее. И в конце концов только одно желание стоит – служить Кришне. Остальные желания поверхностны, не удовлетворяют нас. Поэтому мы желаем преданного служения, что тут неправильно. Еще вопрос про то, что вот когда преданные в этой жизни практикуют, а потом говорится, что они рождаются в местах, где Кришна проводит свои игры. Но сейчас пришел Господь Чайтанья, и Он уже сейчас проводит свои лилы. И если мы в них участвуем, то куда мы потом пойдем? Разницы нет. Господь Чайтанья или Кришна, разницы нет. Раз это же самое. Разницы нет. Это все Галука Вриндавана. Все другое. Гуру Махарадж, вот если душа не попадает в духовный мир происходит разрушение этой вселенной, то эта калпа заканчивается, что происходит с душой? Если она не уходит в духовный мир? Нет, если она не успевает. Входит вместе с творением в тело Махавишну. То есть она как вдох. Непроявленная, да? Угу. Остается. А с появлением там Махави... остается такое же время. Вот такое же время, как существуют эти вселенные на выдохе. Вдох, задержка дыхания. Но снова выходит все творение. Появляется. Нарада Муни, он... Вспоминая свою прошлую жизнь, он вошел в тело Махавишну, на самом деле. И снова выдохом уже обрел вот это тело, трансцендентное тело. Столько вариантов. Посмотрим, какой у тебя вариант будет. На вдохе или на выдохе, где ты там? Выйду. Мы знаем только принципы. Тонкостей может быть очень много в этом вопросе. Как мы вернемся к Кришне? Можете считать, что мы уже вернулись к Кришне в каком-то смысле? Разве нет? Гуру Махарадж, вот мне кажется, что должно быть очевидно, что по мере нашей духовной практики у нас должно развиваться какое-то отречение. И вроде, оглядываясь назад, видишь, что какая-то шелуха спадает постепенно. Но вместе с тем, вот с этими же годами образуется какая-то, не то что привязанность, а потребность к определенным условиям. Например, такой, ты уже не можешь ездить, допустим, в плацкарте. Такие вещи, да, или как-то жить в каких-то условиях. Не можешь есть то, что дают? типа того. Значит, не голодная. И думаешь, как так? Вроде должен, наоборот, уже не привязан быть. А тут вот тело стареет, и уже какие-то у тебя потребности. Так, ты накинь уже старуха у нас. Я не знал об этом. И в чем вопрос? Почему так происходит? Должно же все наоборот, как это сказать? Тело стареет. Отречение. Тело стареет. Изнашивается. Ты вот бросаешь, берешь новое тело, и опять все хорошо. Так в Гите написано. Ты же сама сказала, тело так, такое тело стареющее, что делать? Как-то это не хочется в себя принимать. Что принимать? Тело? И тело, то, что у тебя потребности какие-то возникают. Мы не принимаем зависимости это тело. И причем эти потребности, о которых ты говоришь, они не приносят удовольствия в старом теле.
Они просто необходимы. Условия эти. Но это уже не для чувства наслаждения, как раньше. Раньше человек думает, вот так, такой стиль жизни или другой стиль жизни. Можно менять, можно выбирать. Тело состоялось, там нет никакого выбора. И хотя ему нужны какие-то более как бы, ну, условия, подходящие для старого тела, но это не для чувства наслаждения уже. Это совсем другое. Ну, не корить себя за то, что у тебя есть какие-то вот такие, ну, потребности. Можно, да, не корить себя? Ты себя осудила, да? Какие меры наказания ты придумала? Наказание я не придумала. Билет на плацко. А ты о старости говоришь. Ну, ты надумала еще много. Старость тебе еще не пришла. Когда придет, тогда уже ты увидишь сама, что ты. Гуру Махарадж, утром вы говорили о Шриле Прабхупаде, что у него была какая-то такая вот убежденность в Кришне, и ученики чувствовали, что у них нет такой убежденности. Ну, то есть они понимали, что у Шрилы Прабхупады точно есть вот эта вот убежденность. И вопрос такой возник, отчего вот, то есть в контексте утренней именно лекции убежденность, она возникает от свободы выбора убежденности, что я выбираю Кришну, или она от даршана просто возникает, то есть кто-то даршан получает, и у него убежденность теперь есть. Или просто по простоте душевной он становится убежденным. То есть откуда эта убежденность берется? Нельзя же напрячься. Ты уже перечислил все факторы и меня спрашиваешь. Ты уже все рассказал. Ты же уже еще все перечислил. Хорошо. Если нет ни простоты душевной, ни даршина, ни выбора, где взять убежденность? Откуда убежденность? Не будет никакой убежденности. Если не будет никакого даршина. И качество простоты, какая будет убежденность? Нет, не будет. Убежденность — это очень просто. Мы просто принимаем на веру и все. Действуем. Но для этого нужен и даршин, и качество. По мере того, как проявляются качества, духовно у нас будет тверже вера будет становиться. Это же очень самая простая наука, это бхакти-йога. Где Кришна? Везде Кришна. Очень просто. Очень просто. Все есть Кришна, все очень просто. Почему мы не должны быть убежденными в этом? А что тогда-то это? Как это все называется? Бессмыслица тогда? Единственный ответ – это Кришна. Разумный, осмысленный ответ один. Остальное остается без ответа просто. Они гадают, и гадают, и гадают, и спорят вечно. Ответа не находят. Единственный ответ – это все Кришна, это все Бог. Почему нам в этом не убедиться? Это же разумно. Но для этого нужно качество простоты. Спросите любого человека на земле, обойдите. Чей этот мир? Никто не скажет, что это весь мир мой. А Кришна Питахам Сарвайса Прабаху единственный, кто говорит. Почему мы должны быть убежденными? Никто не может противопоставить себя таким вещам. У меня нет нужного существа. Кто может сказать в пику, нет, это мой мир весь, я его создал. Нет. Но он же чей-то, это чья-то, это же энергия, он же чей-то должен быть. Это простые факторы. Простые очень аргументы, ясные и неопровержимые.
почему что-то не принимает? Нет простоты. Нет простоты. Люди хотят все усложнять в своем уме, выдавать свои теории какие-то. И получается очень сложно, очень запутанно, очень противоречиво, очень конфликтно. Им это нравится. Называть это жизнь. Бессмыслица. Бессмыслицу принимать за смысл. А факт перед нами, вот он, мир существует. Солнце светит. Деревья растут, ветер дует, дожди идут. При этом, пока не спорят. И кто это все делает, они не знают. Но Кришна говорит, я посылаю дожди. Кто-то может сказать вместо меня, это я посылаю дожди. Может сказать такое? Ты не посылаешь дожди ни разу? Не делал этого ни разу? Ну, телокиния, она уже состарилась, она не сможет, понятно. Ей уже поздно дожди посылать. Может быть, наше новое поколение научит дожди посылать. Они уже и так идут человек посылать. Убежденность – это энергия, это внутренняя энергия. И при помощи внутренней энергии можно познавать мир, как он есть. Вера, убежденность – это внутренняя энергия. Они необходимы. Если все уже как бы, ну, аргументировано, если мудрецы уже обрели этот опыт, передали нам, если все великие личности достигли этого совершенства, почему мы не убеждены? Не то, что нам предлагают эксперимент на нас с вами. Уже проверено. Многие в прошлом достигли совершенства таким путем. Почему мы не должны быть убеждены? Очень просто все. Вот муха, видите, она. У нее есть твердая убежденность. Она следует своей природе, видите? Не переубедите ее ни за что. Они просада наелись, стали такие. Убежденные. Шрила Прабхупада ки джай. Шрила Гурудева ки джай.